Победители по жизни. Каждый из этих ребят сначала взял реванш в борьбе с тяжелой болезнью, а теперь доказал свое мастерство в спорте. Золото по легкой атлетике и плаванию, бронза по стрельбе. Оля Воронина – одна из победительниц международных детских игр победителей. А совсем недавно она совершила свою главную победу – преодолела тяжелую болезнь. Саркома Юинга – страшный диагноз, злокачественная опухоль костного скелета привела к потере ноги. Спорт помог, мне не могли сделать эндопротез, мне надо было накачивать мышцы. Я занималась, качала ноги, чтобы мне смогли сделать эндопротез. Нужно было мышцы массы накачать. Вот. Сейчас мне спорт помогает ходить, все учусь, занимаюсь спортом. Самую младшую спортсменку из самарской делегации Валю Разгоняеву впору называть «железной леди». У девочки вся грудь в медалях. Во всех четырех видах спорта, в которых девочка принимала участие, была на пьедестале. Плавание, шахматы, футбол и бег. Главная болельщица, конечно, мама. В беге они вообще участвовали, шел сильный дождь, то есть предлагали родителям, если кто-то может отказаться, то есть не участвовать. Многие отказались, но мы нет. Мы пробежали дистанцию и победили. Вот первое место заняли. Четвертый год подряд самарские ребята, преодолевшие онкологические заболевания, ездят в Москву на международные соревнования «Детские игры победителей». В этом году 10 юных спортсменов из Самарской области завоевали 20 медалей – 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Состязались в теннисе, стрельбе, футболе, беге. Соперниками были больше 500 школьников из России и других стран – Индии, Китая, Украины, Болгарии. Дети с таким подъемом, с таким настроем едут. С хорошим, только победить хотят. Ну, это вот я считаю, что это и самоутверждение, и у ребенка стимул дальше появляется к другим победам. Они уже главную победу у нас как бы уже одержали свое заболевание, они победили, и вот сейчас это уже путь к дальнейшим победам. Спорт помогает этим детям поддерживать состояние здоровья на высоком уровне. А вот на Олю Воронину все делают большие ставки. Близкие и тренер девочки прочат ей спортивную карьеру и вхождение в паралимпийскую сборную. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.